На прошлой неделе по всей стране открылись пункты вакцинации от COVID-19 в отделениях Укрпочты. Вакцинация проходит в рамках пятого этапа прививочной кампании против коронавируса. В Краматорске пункты вакцинации открылись в двух почтовых отделениях в центре города и в микрорайоне Лазурный. Восточный проект посетил пункт вакцинации в отделении номер 84301 по улице Дворцовой. Там уже было многолюдно. Вакцинироваться могут все желающие в возрасте от 18 лет. Давно уже час. Типу, захистити себе, більше шансів, що нормально все буде протикати і безпечніше. Прививку делают мобильными бригадами центров первичной медико-санитарной помощи номер 1 и номер 2. Перед вакцинацией врач проводит осмотр пациента и предупреждает его о побочных эффектах. Вакцина у нас Pfizer и AstraZeneca. По желанию пациенты выбирают ту вакцину, зная, какие возможны последствия, осложнения и аллергические реакции. И состояние здоровья человек в первую очередь оценивает самостоятельно, как он себя чувствует, но уже повторно сюда. Если есть желание, могут перед вакцинацией сдать анализы необходимые, если имеют хронические заболевания. А если с полным благополучием, то приходят к нам, и мы тут сатурация. Если надо, давление измеряем и температуру. Все данные о пациентах заносятся в электронную систему здравоохранения. Я как оператор ввожу все вот согласно сгод, которые к нам приходят люди, и мы отмечаем вакцины, какие вводятся людям. И мы пишем вакцинация какой вакциной, AstraZeneca или Pfizer. Чтобы занести в компьютер, они могли получить информацию в виде сертификата у семейного врача. В пунктах вакцинации соблюдаются все условия хранения вакцин. Все хранится правильно, привозится, доставляется правильно. И на пунктах вакцинации у нас есть морозильные сумки с морозильными компонентами. Поэтому пусть не переживают. В этом плане мы несем ответственность. То, что у нас, это однозначно. Мы все соблюдаем. Получить прививку в пунктах вакцинации можно без предварительной записи ежедневно в порядке живой очереди с 9 до 15.00. Также прививку от коронавируса можно сделать в отделении Укрпочты номер 84320 по улице Хабаровской. Пункты вакцинации в почтовых отделениях работают в тестовом режиме до среды. Прививаться надо. То есть иммунитет, естественно, должен бороться самостоятельно, но и помогать надо организму бороться с инфекцией, которая у нас с каждым годом все более серьезнее и серьезнее.